Привет, друзья! Недавно в Астрахани прошла фан-встреча со мной. Состоялась она в библиотеке имени Шаховского. Почему там? Сначала я хотела сделать в кафе в центре города, но оказалось, что многие администраторы не любят блогеров, а к Ютубу относятся с недоверием. Да, такие люди еще существуют. Ну да ладно. Но тут я вспомнила о месте, где работала. Там остались мои хорошие друзья и знакомые, да и книжные стеллажи – отличный фон для съемок. Теперь по поводу ивента. Я решила, что мы должны сделать что-то своими руками, ведь тема моего канала – DIY, арт и бьюти. Заранее я распечатала шаблоны для оборачивания бумажных стаканчиков и примерные рисунки, которые мы сможем на них нанести. С помощью маркеров мы сделали прикольные рисунки на бумажных стаканчиках. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Вырезали, рисовали, общались, кушали вкусняшки, играли в настольные игры и фоткались. В общем, встреча прошла просто чудесно, хотя я немного и переживала. Да, хотелось бы, чтобы вас пришло как можно больше, но тут была и моя вина. Из-за того, что меня подвели кафешки, я постоянно переносила место и число встречи, и многие из астраханок уже уехали с родителями в отпуск, да и библиотека находилась далековато. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way. Это моя первая встреча, обещаю провести работу над ошибками и следующую сделать еще лучше. В любом случае, спасибо огромное всем, кто пришел. Мы классно провели время. Девчонки, правда, вы лучшие. Люблю вас. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. Пока. До скорого.